9 лет подряд этот выход на главную концертную сцену региона заставляет чаще биться сердцам. Большой ежегодный концерт, в котором участвуют все воспитанники балетной школы, праздник для зрителей и настоящий экзамен для юных танцоров. В классах хореографического колледжа они набираются мастерства. На сцене губернского показывают все, чему они научились. У нас еще малыши, премьера у них, первый балетный класс, который первый раз в этом году, и два номера у них новых. У них нет еще такое большое чувство ответственности, наверное. Для них концерт до того радость, что у них очень хорошо получается. А вот старшие уже подходят к этому совершенно по-другому. Настраиваемся вообще с самого утра. То есть встаем, уже знаем, у нас концерт вечером, надо готовиться. И мы как бы эмоции не выплескиваем, до концерта стараемся. То есть сдерживаем себя, чтобы уже на концерте показать всю энергию, отдать вот зрителям, чтобы прямо вот зарядиться и от зрителей, и себя. Юлия Сироткина в образе сказочной царевны, Ольга Христова – коварный Кармен. У юных балерин сложные классические партии из балетов Щедрина, Чайковского, Штрауса. В следующем году они заканчивают колледж. Это будет второй выпуск губернской балетной школы. Ребята, которые уже на старших курсах и которые уже сейчас являются артистами Русского национального балета «Кострома», работают, помогают нашим артистам. Они выезжают в составе труппы в те туры, которые проводит балет. Например, «Домой с победой», тур по городам России. Две наши студентки ездили в составе труппы и выступали на всех больших сценах нашей страны. Ну а в этой программе будущие выпускники зажигали в новых народных танцах. Это были воинственный хоровод аджарских горцев, танец аргентинских ковбоев «Маламбас» и исконный русский пляс сызранских чижовников. Жанровые композиции исполнили воспитанники всех возрастов, в том числе первоклашки детской школы хореографии. Мы на корабле убираемся, весело бегаем туда-сюда. Мне нравится этот танец, потому что он веселый. С нами этот танец разучили Ирина Валерьевна и Алексей Михайлович. Долго мучились? Где-то год. Впереди у начинающих артистов балета итоговая аттестация. Экзамены по классическому и сценическому танцам, по актерскому мастерству. А затем у младших каникулы, у старших практика в труппе Русского национального балета «Кострома». Любовь Кулагина, Светлана Спиркова, Денис Воткаленко, телекомпания «Русь».